С Валерием Гергиевым я знаком, страшно подумать, более четверти века. Думаю, в первый раз мы сели с ним поговорить аж в 1992 году, когда он привез на гастроли в Нью-Йорк оперный коллектив возглавляемого им Мариинского театра из Санкт-Петербурга. И проговорили мы тогда несколько часов без перерыва. Да-да, сейчас в это трудно поверить. Та долгая беседа с Гергиевым ни разу не была прервана. Ни одним телефонным звонком, ни нервными стуками в дверь, ни появлением встревоженных ассистенток, ни терпеливых менеджеров или заплаканных певиц. Гергиева еще не разрывали на части, как Марчелло Мастрояни в фильме «Феллини 8,5». Тогда ему еще не было и 40, а сейчас стукнуло 65. Спрос на его время, на внимание Гергиева огромен. Все эти годы я продолжал следить за творческими успехами Гергиева. Бывал на его спектаклях, концертах, встречался с ним. Но мне всегда хотелось продолжить тот давнишний с ним диалог. И вот, кажется, такая возможность представилась. Гергиев с оркестром Мариинского театра и знаменитыми солистами-пианистами Денисом Мацуевым и Даниилом Трифоновым приземлился в Америке. С трудом, но достигнута договоренность о встрече. Неужели получится? Да, я уже окружен камерами, поэтому... С чего же начать этот долгожданный разговор? Меня всегда особенно интриговало начало творческого пути Валерия, истоки его вхождения в мир музыки. «Все мы родом из детства», — так написал когда-то Антуан де Сент-Экзюпери в своей чудесной сказке «Маленький принц». Я много раз убеждался в том, сколько правды в этих мудрых словах. Между тем, именно о детстве и юных годах меньше всего говорил в своих бесчисленных интервью наш герой. Он словно боялся прикоснуться к чему-то заветному, сокровенному. Вот об этом мы обязательно и поговорим с маэстро. Обязательно. Что вы помните о себе, самое-самое раннее, какое воспоминание? Вот сколько вам было? Может быть, 4, может, 3,5. 2 года буквально наша семья провела в Молдавии, потому что мой отец, который недолго прожил, и... его поколению... Абисал Зурбекович, да? Да, Абисал Зурбекович. Он осетин, как и мама моя, осетинка. С первых дней войны ему пришлось быть сразу защитником Родины. В каком он был чине, когда война кончилась? Я думаю, закончил войну командиром батареи. Начинал. Он был артиллеристом? Артиллерия, да. Он очень... скоро стал майором. Было ли это конец войны или сразу после окончания? А он вам что-нибудь рассказывал вообще о войне когда-нибудь? Мало. Он не любил вспоминать это время? Он неожиданно, скоропостижно скончался, когда мне было 14 лет. Я знаю, что мой отец ребенком, можно сказать, может, ему было 12 лет, он должен был пасти, просто чтобы... в семье было, что есть. Выжить. Выжить, да, пасти в горах. Ущелья там довольно суровые. Да. Там может быть очень холодно. Ночью, даже летом, очень холодно. Там очень крутые и опасные тропы. Ущелья, да. Да-да. Автомобильных дорог не было вообще. Извилистые эти тропинки. Непогода. Я не могу о себе говорить, а как о... ребенке с героическим прошлым, это было бы очень забавно. Но я тоже походил по этим тропам. И какой-то было? Да было, может быть, когда 10-11 лет. Отец любил выезжать в горы. У нас была своя машина. Он вернулся с войны с тяжелыми ранениями, в том числе в голову. Его спасли только потому, что карта, как у командира батареи, по-моему, тогда была, карта, которой он владел, она не должна была достаться неприятелю. Немцам. И за ним послали искать его. Никто не надеялся, что он еще жив, а он был еле жив. Вот эту историю я помню. Его вынесли, да? Его вынесли, да. Это уже он
был, остался за чертой фронта. Вот, и вот этот планшет его спас. Прямое попадание, прямое попадание было в блиндаж, я думаю. Вот, была, наверное, контузия, как такие случаи бывают. Но он все еще был жив, и это его спасло. Но опять же, я очень не люблю говорить об этой войне, потому что и у мамы очень многих, их было 12 детей, после войны осталось четверо. Ой, Боже мой. Да, поэтому тут говорить о, ах, как мы выиграли войну, трудно. Я думаю, почитаемые нами гениальные творцы Сергей Сергеевич и Дмитрий Дмитриевич тоже, может быть, не очень охотно пускались в словословие. Упомянутые Георгием Сергей Сергеевич и Дмитрий Дмитриевич — это, конечно, Прокофьев и Шостакович, которые относятся к числу любимых композиторов Валерия. И тот, и другой не только пережили ту войну как личное потрясение, но и откликнулись на нее в своих великих сочинениях, ставших вехами в истории музыки. У Прокофьева это 5-я и 6-я симфонии, 6-ю Георгиев с огромным успехом исполнен на американских гастролях. У Шостаковича его знаменитая 7-я симфония. Как вы для себя впервые решили, как вы осознали себя как человека, который будет находиться в сфере музыки? Вы, может быть, даже еще не думали о дирижерстве, правильно? Ведь сначала... Вот первая ваша идея – я буду музыкантом. Каким музыкантом вы хотели быть? Пианистом? Да не хотел. Я на улице хотел бегать с пацанами, гонять футбол. Мы действительно... Это уже какая-то была страсть... Играли двор на двор, играли улица на улицу. Но потом я стал заниматься вольной борьбой. Теннисом занимался, настольным. Тоже была страсть. Играли глубокой ночью. И мама, конечно, уже была одна. И очень побаивалась, ждала подолгу. Я не мог остановиться. Нам замечательный наш физрук давал ключи от зала в училище искусств, которое теперь носит мое имя. И мы, три друга, мы играли тогда очень, так сказать, подолгу и не понимали, как быстро летит время, доставляли вот такие волнения своим близким. Но ощущение того, что музыка пришла в мою жизнь, наступило, когда мне не хотелось больше идти на улицу, когда ушел из жизни мой отец. Это и по сию минуту самый большой удар, конечно, если говорить так откровенно, самый большой удар. Пожалуй, в первый раз Валерий так откровенно и так сильно говорит о своем отце. Считается, что горцы открыто выражают свои эмоции, но это совсем не так. Настоящий осетин должен быть мужчиной, ему не к лицу плакаться. Георгиев это знает и держится соответственно. Но в его словах мы можем угадать истинную боль любящего сына. И, быть может, именно образ отца, офицера, фронтовика, мужественного человека помог сформировать важные черты характера Валерия и повлиять на многие его жизненные решения и поступки. Как получилось, что вы стали учиться музыке? Там была ведь, кажется, это не без препятствий произошло, да? Вот вы пришли в местную музыкальную школу. Забавная, да? История, и я не буду долго о ней говорить. Расскажите. Она забавная история. Привели меня в школу, я не знал, что такое занятие на фортепиано, классическая музыка. Там было три дамы, и одна из них, наверное, я не ошибусь, скажу, немножко небрежно отстучала какой-то ритм. Я открыл свои достаточно немаленькие глаза тогда на нее. Это было принято за беспомощность. Ага. Вот. И я ждал, что сейчас последует что-то самое главное. Мне сказали спасибо. Вот. Спасибо, значит. Сказали, что произошло? Я вышел. Вот. Мама ждала, конечно. Ну как? Я говорю, все, мне сказали, можно идти. Ой, слава богу. Значит, закончили все. Вышли, зачитали список. В этом списке меня, естественно, не оказалось.
Мама была растеряна, я думаю, даже всплакнула сразу. Но таки все-таки подошла к директрисе школы. Она говорит, а вот Георгий, вот, это который? А, видимо, одна из дам сказала, вот тот, который вообще ничего не смог. Повторите, Айдан. Он так, у него такие большие глаза. Значит, он вас он так на нас смотрел, у него такое лицо было. Ну, вообще никаких способностей. Мы вам не советуем мучить ребенка. Да, приемная комиссия ошиблась. Валерий не только стал учеником музыкальной школы, где учился, у лучших в городе педагогов. Он стал лучшим их учеником. Ну, а дальше юноше предстояло брать новые и новые высоты. 19 лет Валерий переехал с Кавказа в Ленинград и поступил там в консерваторию, гордо носившую имя Римского-Корсакова, учителя Стравинского и Прокофьева. Да и вообще этому учебному заведению было чем гордиться, ведь его первым выпускником был сам Чайковский. Консерватория, в которой я проучился 8 лет, расположена как раз напротив Мариинского театра, и в этом есть особый символизм. Оба эти здания, на площади которой именуется Театральной, составляют один из культурных центров удивительного Петербурга, который Иосиф Бродский называл самым красивым городом на свете, отдавая ему предпочтение даже в сравнении с Венецией. А писатель Андрей Битов говорил мне, что в Петербурге даже камни воспитывают. Здесь и протекало музыкальное воспитание Валерия. Ему в очередной раз повезло. Один из его наставников, Орджоникидзе, направил Георгиева под крыло профессора по классу дирижирования Ильи Александровича Мусина, одного из самых больших авторитетов в этом деле. В мировой музыке и не знает аналогов педагогическая школа профессора Ильи Александровича Мусина. Мне повезло, я был хорошо знаком с Ильей Александровичем. Его жена, прелестная Анна Аронна, аккомпанировала мне как скрипачу в консерватории. Я не раз приходил к ним домой. Мусин, прекрасный рассказчик, вспоминал о великих дирижерах, которых он встречал, слушал, глубоко анализировал их исполнительские приемы. Эти воспоминания и рассказы жадно впитывал в себя и молодой Георгиев. Они легли в фундамент его дирижерского мастерства. С детства Валерий окружал мир музыки. В 8 лет он впервые сел за рояль, а уже в 14 дирижировал профессиональным оркестром. В 18 лет школьника из Осетии в порядке исключения приняли на дирижерско-симфонический факультет Ленинградской консерватории. Валерий, вы начали занятие дирижированием в Орджоникидзе. А когда было решено, и вами ли, или кем-то другим, что нужно перебираться в Ленинград-консерваторию к Илье Александровичу Мусину? К поступлению в Ленинградскую консерваторию, именно к Илье Александровичу Мусину, меня готовил мой педагог Анатолий Аркадьевич Брискин. Он сам был учеником Мусина после 2-3 лет занятий у Курта Зандерлинга. Он просто надеялся, что я продолжу его дело, что попаду к тому же самому педагогу. Он написал письмо Илье Александровичу с просьбой меня просмотреть. Я летал... Вы специально полетели тогда в Ленинград? В апреле. 72-й год. Апрель. Мне не было 19 лет, и я впервые оказался в великом городе. Достаточно дождливый, пасмурный день. Провел там, может быть, 2-3 дня. Пришел я с письмом по адресу. Вас встретила Анна Ароновна? Мне открыл Илья Александрович. Тогда это было для меня чем-то очень необычным, пугающим, значительным. Я увидел милейшего и высшей степени интеллигентного, который говорил со мной на «вы» всегда, до последних дней. Он меня принял, он также даже накормил меня, я помню. Анна Ронна, наверное, накормила. Потом... Она была моим концертмейстером в Ленинградской консерватории. Поэтому я бывал у Ильи Александровича дома. Ну, еще бы. Да, вы прекрасно помните эту квартиру, конечно, там трудно забыть. Но главным было мое посещение класса Ильи Александровича. Тогда же, вот в первый приезд? Первый приезд, и я там что-то даже, там, как говорят теперь, взмахнул. Вот. Ну, может быть, дирижированием это трудно было назвать, но он меня благословил на приезд. Приезжайте,
будете поступать. По крайней мере, что-то я тогда продемонстрировал. Мне об этом было сказано даже. Взяли меня одного тогда. Там было человек 17 поступало. Как цепко держит память Гергиева эти неповторимые эпизоды его артистической юности. И как важны эти воспоминания и для него, и для нас, его слушателей. Ведь все это, впервые здесь рассказанное во всех подробностях, помогает нам понять, как складывалась творческая судьба дирижера, в чем истоки его силы. Быть может, именно благодаря поддержке маститого Рахлина, разглядевшего в молодом парне незаурядные данные, Гергиев и стал лауреатом всесоюзного конкурса дирижеров в 1976 году. Это была первая его победа, первая заявка Валерия на место в культурной жизни страны. Победа для многих совершенно неожиданная. Ему 24 года. В 24 Валерий Гергиев, студент Ленинградской консерватории, дирижировал лучшими оркестрами страны, стал победителем 4-го конкурса молодых дирижеров. Впечатления, питавшие молодого Гергиева, были много и разнообразными. Да, он восхищался, как и всем, и Моровинским, но повлиял на него и Рахлин. И еще об одном замечательном дирижере надо здесь сказать, о Константине Симеонове. Когда я впервые увидел Гергиева за дирижерским пультом, то сразу вспомнил о Симеонове, который 8 лет был художественным руководителем Мариинки, тогда еще именовавшейся театром имени Кирова. Особенно впечатляла манера Симеонова держать оркестр, что называется, на кончиках пальцев. Теперь это одна из важных примет дирижерского стиля Гергиева. Посмотрите, как буквально впиваются взглядом оркестранты в порхающие движения его рук, и как внимательно они наблюдают за выражением лица своего дирижера. И вообще, руки – это 5%, 95% – это экспрессия лица у всех дирижеров. Даже когда Караян закрывал глаза, на лице была экспрессия. Я его видел несколько раз и точно совершенно помню, как он набивался красок у Берлинской филармонии в исполнении пасторальной симфонии. Я это очень точно помню. Я сидел перед ним, за литавристом. Можно сколько угодно размахивать руками. Это еще никого не сделало великим дирижером. Как молодому музыканту заявить о себе, обратить на себя внимание? Один из возможных путей – победить на международном конкурсе. Это относится и к дирижерам. Среди дирижерских соревнований самым престижным являлся конкурс под патронажем Герберта фон Караяна, руководителя Берлинского филармонического оркестра, который при Караяне завоевал славу одного из лучших, а может и лучшего оркестра мира. Караяна называли с почтением и страхом генерал-музик-директором Европы. Его одобрение могло сделать карьеру любому музыканту. И Гергиева послали туда, в Западный Берлин, Караяну, представлять Советский Союз. Как у нас было тогда в СССР, то ли в госконцерте, то ли в Минкульте СССР, держали до последнего, гадали, и за 2 недели до начала конкурса решили, что все-таки надо послать молоденького мальчишку, который на всесоюзном конкурсе, довольно неожиданно для всех, даже для Мусина. Если честно, Мусин меня отговаривал. Он считал, что он говорил? Он считал, что рановато, я действительно был не огромным умельцем, и что, скорее всего, этот конкурс выиграет, называл другого ученика своего, что он уже лучше готов. А меня распирало любопытство, как подирижировать приличным оркестром хотя бы раз в жизни. А что вы чувствовали, когда вы приехали в Западный Берлин? Вот вы приезжаете на конкурс самому Караяну. Что вы думали о Караяне до этой поездки и как вы восприняли? Я могу сказать точно, что я думал. Я не взял фрак. Потому что фрак предполагалось брать обязательно. В случае, если вы побеждаете, вы обязаны дирижировать во фраке. Я не взял фрак, я подумал, если мне что-то там улыбнется, фрак мы как-нибудь достанем. Вот, и так и получилось. Оказалось, справа. Да, вот очень хороший парень со мной поехал. У него был блестящий фраг. Вот. Но он не победил. Он победили вы. Да, тогда я попал в поле зрения Херберта фон Караяна не потому, что я встал перед ним, а потому, что он спрашивал, where are Russians? Где русские? Ему сказали, что там было, может быть, человек 7-8 из Америки, может быть, человек
чуть ли не 10 из Германии, французов было много, и 2 советских. И вот он спросил, я стоял в метрах 6, смотрел на него, не мог оторваться, но не подходил. И тогда забегали помощники, Russians. Тот, который принимал документы, узнал меня, взял меня буквально за, да, и подтянул к маэстро. Вот ведь как получилось. Поехал Гергиев на конкурс Караяна без фрака, а выступил там во фраке. И с тех пор, выражаясь фигурально, фрак этот не снимал. О Караяне когда-то ходил такой анекдот. Он садится в такси, а шофер спрашивает его: «Куда вас везти, маэстро?» А Караян ему отвечает: «Меня ждут везде». Сегодня эту шутку можно повторить про Гергиева: его ждут везде. Но дом его остается Россия, Петербург, Мариинский театр. Корни Гергиева на Кавказе, но теперь и в Петербурге. И Караяновский конкурс сыграл в этом заметную роль. Валерий, мы разговариваем с вами в поезде из Вашингтона в Нью-Йорк. И вы себя, по-моему, чувствуете в поезде как дома. Вы когда-нибудь подсчитывали количество часов, которые вы в поезде проводите? Вы знаете, Московский пасхальный фестиваль задуман мной лет 16 назад. И основная, и, может быть, самая удачная идея по организации такого фестиваля – это начинать и заканчивать в Москве, а в течение 2, а иногда 3 и даже 4 недель в поезде подряд с коллективом. Фестиваль, о котором говорит Валерий, его любимое детище. Он берет своих музыкантов и отправляется в продолжительный тур по городам России. Туда, где люди не имеют частой возможности услышать первоклассное исполнение классических произведений. Мы долго определяемся с программой, потому что есть регионы, в которые мы возвращаемся 15 раз, где-то в 10 раз, где-то в 5 раз. И я не очень люблю, что меня ловили на том, что вы это уже играли в том году, потому что мы не стараемся играть одно и то же. Репертуар оркестра Мариинского театра, уверенно скажу, огромный. Разговор с Валерием продолжается в скором поезде Вашингтон-Нью-Йорк. У Гергиева сегодня важное выступление в лучшем, на мой вкус, концертном зале Америки, легендарном Карнеги-Холл. Оркестр Мариинки под его управлением сыграет 2 симфонии – Скрябина и Шостаковича, а Денис Мацуев будет солировать в фортепианном концерте Прокофьева. Билеты давно раскуплены, их будут клянчить у входа. Это обычная сцена перед концертом Гергиева по всему свету. Он выступает с лучшими оркестрами мира. Много лет возглавлял Лондонский симфонический, а сейчас руководит оркестром в Мюнхене. Понятно, что для артистов Мариинки Гергиев – кумир. Но и нью-йоркские музыканты, с которыми мне довелось общаться, когда говорят о Валерии, то у них загораются глаза. Здесь он много работал с филармоническим оркестром, долгое время был главным приглашенным дирижером Метрополитен опера. Путь пройден огромный, но начинался он в Петербурге, в Мариинском театре. И об этом мы с Гергиевым еще поговорим. Юрий Хатуевич Тимирканов, с которым я знаком еще с консерваторских лет, я был там студентом, а он аспирантом, практически земля Гергиева. Валерий осетин, а Тимирканов – кабардинец. Нальчик находится неподалеку от Орджоникидзе, и оба они рано потеряли своих отцов. Дружеские связи играют свою роль везде, но на Кавказе они особенно важны. Человек, знавший отца Гергиева, дружил также и с отцом Тимирканова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. И он написал Тимирканову в Ленинград письмо с просьбой обратить внимание на молодого осетинского дирижера, победителя престижных конкурсов. Казалось бы, случайность. Но здесь мы вновь можем вспомнить о силе судьбы, которая вела Валерия по предназначенной ему дороге. Вернемся к истории попадания в Кировский театр. Да, с Тимирхановым. Когда я выбрал... Что он написал Тимирханову, вот этот «Дорогой Юра»? «Дорогой Юра, мне кажется, у меня есть право так тебя называть, потому что я был другом твоего отца, которого я очень хорошо помню. Ну, если отец Тимирханова ушел в жизни, наверное, в 42-м или 43-м году, а это письмо написано было в 76-м году, ну, 30 лет. Это письмо, безусловно. Он что, просил
за вас. Обрати внимание. Обрати внимание, скажем. Такого вот назвал меня Валерика. Валерик. Да. И тогда после этого письма Тимирканов пришел вас я послушать. Я думаю, что после этого письма Тимирканов поинтересовался у Мусина. Оказывается, у меня там земляк у вас в классе. Да. А Мусин Муса, а вот он будет дирижировать. Да. Юра, приходи. Приходи. Цепь случайностей, которая никоим образом на самом деле случайностями не являлась. Правда? Да? Вот. Как дальше развивались события? Когда, кто первый вам сказал, что вы будете ассистентом? И как это получилось? Тимирканов сказал мне после 6-й симфонии Чайковского, до конкурса всесоюзного, закончите учиться, придете в театр, стажером. И как что это происходило? Я еще год учился. Да. Я его после конкурса всесоюзного, на котором я совершенно неожиданно для всех вышел в финал, продирижировал первую симфонию Брамса. После конкурса меня пригласили подирижировать в Новосибирске. Я помню, сумасшедший мороз. Я был в худеньких брючках каких-то и в какой-то балоневой курточке. Денег еще тогда я зарабатывал немного и не подумал о том, что 40-градусный мороз мне придется. И там я бегал по лестнице, наверное, ступенек 100 от машины, которая меня привозила. И промерзал совершенно. Я был уже, знаете, как рыба, которую во льду держит, поддерживает. Да? Вот, и отогреваться было нечем, потому что после концерта в Новосибирске абсолютно негде было ни поесть, ни там. Ну, знаете, молодой человек с такого мороза, ну, хотя бы 100 грамм водки лежит, вот, чтобы просто не заболеть. Это была громадная проблема. И тогда мы нашли таки бутылку водки. Женщина, которая убирала в ресторане отеля, он был закрыт. Она, может, там за 10 рублей, я уже не помню. Ну, да, она тоже подрабатывала. Да, эти, да, подрабатывала. Она знала, что стражущих будет хотя бы несколько достаточное человек. Число, да. А со мной там был Володя Фельдсман, как солист, и Александр Смелков, как композитор. Играл его произведение. Вот такая неожиданная компания. И потом они играли в преферанс. Я так и не приступил. А вы в карты играете вообще? Я мог сыграть в карты, но преферанс это было прерогатива десятилетки. И московская, и ленинградская десятилетки. Вот. Там соперничество было серьезное, они яростно там сражались. А на мне были хозяйственные хлопоты. Я должен был открыть бутылку с банку сока черноплодной рябины, что входило в десятку, в этот червонец. Трехлитровая причем. И бутылочка водки. Московская или еще какой особой, я не знаю. Московская зелененькая. Да, еды не было. С этим мы мирились и были счастливчиками, потому что после такого мороза. Я мог бы об этом не рассказывать, но это два моих приятеля, которые сегодня разбросаны. Смелков в Петербурге, Володя сейчас в Америке. Под Нью-Йорком. Это был мой первый гастрольный выезд, если я не ошибаюсь. Штудируя историю музыки, приходишь вот к какому выводу. Нет ни одного, ни композитора, ни исполнителя, о которых не было бы плохих рецензий. Ругали всех. И Шаляпина, и Собинова, и Ойстраха, и Рихтера, и Ростроповича. Гергиев в этом смысле не исключение. Но все-таки отзывов в высшей степени похвальных, даже восторженных, а Гергиеву большинство. На ум приходит несколько запомнившихся. «Русский ураган», «Пантера за дирижерским пультом», «Волшебник и его оркестр». Гергиев увлекает, покоряет, захватывает. Причем это происходит буквально с первых тактов исполняемой им музыки. Сразу же воцаряется атмосфера неожиданности, загадочности, риска. Ты словно присутствуешь на каком-то особом действии, гибриде опасного номера под куполом цирка с загадочным мистическим ритуалом. Гергиев в эти моменты напоминает мне шамана.
Своим взглядом он словно гипнотизирует оркестрантов, а они, в свою очередь, играют словно в трансе, ловя каждый взгляд, каждый мельчайший жест дирижера, у которого даже нет в руке привычной дирижерской палочки. И эта атмосфера вовлеченности в некое священодействие мгновенно становится всеобщей, обволакивая весь зал. Непредсказуемость гергиевских интерпретаций – одна из сильнейших сторон его дарования. Даже если ты уже слышал, скажем, «Весну священную» Стравинского под управлением Гергиева, все равно нельзя предсказать, как она прозвучит у него сегодня, каким будет его темп, динамика, жесты. Именно это и держит оркестр в напряжении. И напряжение это неминуемо передается всем нам, его пленникам, слушателям. Валерий Гергиев пришел год тому назад в наш театр после победы на двух очень трудных и значительных конкурсах. Гергиев обладает прекрасной мануальной техникой. Кроме прекрасного мануала, он обладает искренностью, неподдельным темпераментом, то, что, собственно, определяет настоящее дарование дирижера. Видимо, судьба так решила. Я пришел на самую маленькую позицию в Кировском театре. Я мог разговаривать практически со всеми, только не свысока. Только. Я мог комментировать, нравился ли мне или не нравился какой-то спектакль. Я мог комментировать. Мне Юрий Ходович позволял, там я мог сказать о том, что вот хор там немножко отстал. Там, что, ну, он не говорил мне, как вы смеете. Он со мной был на «вы», кстати. Иногда только на «ты». Вот. То есть я учился у Тимерканова многому. Прежде всего, не давать никому вытирать ноги о партитуры великих композиторов, прежде всего русских. Поэтому очень скоро, а Тимерканов мне стал доверять там, зайти в хор. Потом очень скоро мне там доверили там, с певцом с каким-то встретиться, подтянуть его ритмически. Ритмическая репетиция. Так достигается гармония музыки и балетной пластики. Вдруг, где-то за 10 дней до премьеры, которую дирижировал, естественно, Юрий Анатольевич Тимерканов, он повернулся в начале репетиции «Войны и мир» Прокофьева, прищурившись, сказал, тогда, а где наш стажер? Все стали оглядываться. Я сидел в ряду в девятом и с кем-то разговаривал, поскольку музыка еще не звучала. Кто-то ко мне подошел, потрогал меня за рукав, в темноте. Маэстро вас зовет. Я вскочил, подошел, он говорит, хочу послушать из зала, как это все звучит. На самом деле он, видимо, знал, что в какой-то момент он хочет посмотреть. Да, как вы это делаете? Я прыгнул буквально в яму, и он сказал, да, говорит, это наш новый стажер. Даже сказал мою фамилию. И вот... Я поздоровался, оркестр моих взглядов. Многие меня видели в коридорах, не понимали, кто это ходит. Вот. Кто-то меня знал по консерватории. Вот. И вот первый взмах мой, это был спектакль «Война и мир». Да, и на всякий случай Игорь Гатович дал мне продирижировать весь прогон. И я бы хотел, чтобы каждый раз эти камешки пусть играют как будто бы адрес последней ноты, чтобы мне лам-та-га-да-га-да-гадам, чтобы их невозможно было посчитать ровно. Да? Вперед, да? Пока покатились как будто бы. Пожалуйста. Все ноты. Да, я даже палочку уронил. Пожалуйста, домену один такт. Каковы были ваши чувства, когда вы стали к пульту? Смешанные чувства, любопытство, может, какого-то страха, ответственности. Разгоряченный был, естественно. Вы вспотели? Ух! Я думаю, литра 2-3 это ушло сразу. Но а тогда... вообще вы потеете, когда играете? Да, все еще, да, могу. Меняете рубашку? Да, после... в перерыве. В антракте? В перерыве, да. Вот, я думаю, что и правильно сложилась моя жизнь, и правильно, что я имел возможность продолжать. Евгений Моровинский, бессменно возглавлявший первый оркестр Ленинградской филармонии, так называемый «Заслуженный коллектив республики» аж 50 лет и сделавший его лучшим оркестром страны, в 1988 году скончался. Его место занял, как и все ожидали, Юрий Тимерканов.
Таким образом, становилось вакантным место главного дирижера Кировского театра. Кто же его займет? Вот тут-то и разгорелись нешуточные страсти. Ведь этот пост рассматривался как лакомый кусок. Кандидатов на него было предостаточно. И вопрос этот решался в ожесточенной подковерной игре на самом верху, в Смольном, в Ленинградском обкоме коммунистической партии. Там был отдел, так называемый отдел пропаганды и агитации, прямо так и назывался. Да. Еще был отдел культуры. Да. Еще был вторым секретарем, уже был человек, который отвечал за гуманитарную сферу, может быть, за учреждение культуры, и Эрмитажа, Мариинский театр и филармонию. Пропустить на трон Кировского театра неготового специалиста, это было бы громадным промахом для всего обкома. Они, естественно, крепко подстраховались. У них был твердый кандидат. Не вы. Не я. Кандидат свой был у Министерства культуры. Не я. Вот. И те, и другие жестко давили. Жестко, как тогда было принято. А коллектив взял и выбрал меня. Я набрал там 85%, как мне говорили. Я не присутствовал в это время. История не стоила бы даже упоминания, если бы не удивительная для первого секретаря Ленинградского обкома. Да. Особо это консервативного. Особо вообще, да? Партийного парткома. Да. Вот, и потом... Они как бы, мы глупости ну, массы Смольном, не будем повторять. В Смольном. Ну, они находятся в Смольном. Как они могут... Да. Ошибаться. Да, да. Вот. И один мой добрый знакомый, он был специальным корреспондентом или главным корреспондентом по Ленинграду. Крупнейшей тогда, мощнейшей газеты «Правда». Но вот как бывает, он оказался симпатичным человеком. Мы почти случайно познакомились. Ему было очень любопытно, что 34-летний музыкант, дирижер рассуждал. Я говорил его... Это можно было обсуждать в баре, где-то мы обсуждали. А я не знал, что он из газеты «Правда». А он узнал из, уже... Из спецко. А он уже узнал, что я просто был молодой дирижер. И вдруг, когда я пошли эти выборы, и когда он понял, что речь идет сейчас на кону, кто будет руководить театром, он нашел меня, у него был мой телефон, я думаю, домашний, скорее всего, мобильных тогда еще не было, и сказал мне, ну что там в театре-то, я слышу, там невероятные вещи происходят, там собрания, а я только, я говорю, я только прилетел был в Праге. Да, вообще мне звонили в Прагу, здесь они даже выборы, и говорят, даже меня выбрали, но не тут-то было дело. Быстро было сказано, что это все очень хорошо, а назначен будет такой-то. Как только я приехал, мне подошел Виноградов. Сказал, что мы с тобой, да, мы с тобой должны пойти к Бариновой. Она была заводила пропаганду. Угу. Я говорю, что надо идти, с ними шутки плохие. Сели в машину, поехали. Она мне прямым текстом сказала, что она не допустит того, чтобы был назначен главным дирижером. Но при этом попросила меня написать, что я отказываюсь. Ага. Я сказал, вы знаете, я еще не доехал до театра. Вы сказали, что я приехал сюда. Я вам даю слово, что я не дам вам работать. Ну, даже если вы согласитесь. Да. У Виноградова дрожали стульчик руки. Дрожал, я это чувствовал. Да. Я встал. И сказал, вы знаете, если я почувствую, что я не смогу... Я это решение приму после общения с коллегами. Люди за меня, судя по всему, проголосовали. Я еще никого не видел. Я прилетел вчера вечером. Я в первый раз в этой ситуации понял, что на меня давят. Заставить написать в кабинете. Давите. На меня никогда никто не давил так. Ни до, ни после. Вот. И... А как вы устояли? Вы помните свои эмоции? Как? Устоял? Да. Я вышел. И этот знаменитый звонок начальника корпункта или главного корреспондента, да, правда, в Европу, он тут же позвонил Соловьеву. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии Юрий Филиппович Соловьев. Первым секретарем Ленинградского обкома был тогда Юрий Филиппович Соловьев. Любопытная, сейчас полузабытая фигура. До партийной работы он занимался строительством, в основном метрополитеном. С творческой интеллигенцией особо не общался, да и вообще был руководителем скорее консервативной ориентации. Такова уж была традиционная ленинградская партийная линия.
Но на людей у него нюх был, и Соловьев этим гордился. История с назначением Гергиева главой театра разворачивалась почти как детективная. Отдел культуры и пропаганды агитации обкома был твердо против Гергиева. И это, казалось, лишало молодого дирижера даже малейших шансов. Никого не интересовало, что за Гергиева, как за руководителя, проголосовало более 80% творческого коллектива театра. Тогда такие выборы, первые росточки демократии в культуре, были новинкой. Их легко было проигнорировать, что обкомовский аппарат и собирался сделать. Но спецкор газеты «Правда» по Ленинграду, симпатизировавший Гергиеву, сумел провести его в кабинет самого Соловьева. Ох, как трудно это было сделать. Смольный охранялся, как будто он все еще был штабом революции. Но это удалось. И в кабинете Соловьева разыгралась историческая сцена, достойная войти в анналы истории перестройки. Через 2 или 3 часа я уже был с особого подъезда, я поднялся к Соловьеву. К самому Соловьеву, да. Я выглядел не так, как сейчас. Я был стройный, худой. Повторяю, выглядел как артист балета. Я вошел и встал прямо в дверь. Он что-то писал. Он поднял, глаза еще раз посмотрел. Что-то писал, потом еще раз посмотрел. Да где же он? И тут я говорю: Юрий Филиппович, я Гергиев. Он снял очки. Но мне тогда на вид было лет 28, может быть. Возглавить Киру сделал. Встал и говорит: так, тебе сколько лет? Я говорю: 34. Ну, садись. Он поставил беседу так, он говорит: ну и что бы ты делал, если бы ты возглавил театр? Что бы я делал? Ну, тут я говорил, в целом, да, то, что я бы сделал ставку на русский классический репертуар совершенно точно. Даже, может, отменил бы кое-что из того, что спланировано. Потому что, мне кажется, сейчас в театре самая опасная пора. Без руководства люди совершенно не думают о репетициях, спектакле. Все думают о том, какую фракцию войти, какой клан, кто возглавит. Поэтому сейчас я бы просто посадил бы людей за репетиции, за пульты репетировать. Это единственное лекарство, потому что люди поняли, что можно не работать, а только митинговать и брать на себя и решать отношения. В законом джунглей уже, говорю, тем более у кого-то регалии повыше, у кого-то пониже. Даже так, он очень так внимательно меня слушал и задавал несколько вопросов, потом подошел к столу и нажал кнопку. Я сижу, особенно. Вот. Открывается дверь, поворачивается, входит второй секретарь, зав. Отделом Баринова и зав. Отделом Пахомова, кажется, была. Пахомова я знал, да. Да, втроем. Он им не предлагает садиться. У них было ощущение, я же попал не через них, попал через респондента. У них ощущение было светопредставление. Вот. И он, не предлагая им садиться, говорит: а что ты мне говорил про этого молодого человека? Юрий Юрьевич, нет, ты их вспомни. Ты не стесняйся, повтори. Ну вот, не готов, там что-то, рано, молод, опыта нет. Так. А ты что мне говорила? А это уже Баринова. Да. А у него был голос железной леди, комиссар такой: что она там сказала, я считаю. А вот сейчас он вам выйдет и расскажет, что он будет делать. Да? Вас тут всех вместе с нами сметут, а за ними будущее. Вот он-то все и сделает. Вам понятно? Все свободны. Сейчас он выйдет. Будете ждать приемные. Кажется, что Валере в очередной раз повезло, что в очередной раз его коснулось крыло судьбы. Но как историк культуры я знаю, это крыло судьбы касается только достойных. Ведь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Был такой старый слоган. Гергиев – борец по своему характеру. Недаром он так увлекался спортом в юности. Эти бойцовские качества сослужили молодому дирижеру хорошую службу, когда он возглавил Мариинский театр. Ведь надвигались, говоря словами Александра Блока, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи.
И через эти неслыханные штормовые перемены Гергиеву предстояло провести корабль «Маринки». Это была новая эпоха, и Гергиев оказался к ней внутренне готов, ибо по складу характера, по своему темпераменту, был одновременно и ее порождением, и одним из ее провозвестников, а в скорости и строителей. Продолжая метафору корабля, «Маринка» вступила в неизведанные воды. Останавливаться было нельзя, ибо льды обступали со всех сторон, иногда угрожая сокрушить судно старого театра. А у вас были столкновения с этими криминальными авторитетами вот в этот переходный период? Пытались, я знаю, что большой, эти люди пытались приватизировать. Там главное... А у вас была ситуация, при которой к вам приходили и говорили, что вот вас под крышу возьмут свою? Нет, но просто молча захватывали продажу билетов наши, вот и все. Скупали дешево билеты, ставили людей, они продавали их в 5-10 раз дороже иностранцам, 20 раз дороже там. Это достаточно выгодный бизнес. Там, тут мечтают 5% прибыли, а там 500%. Но мы фактически могли превратиться в знаменитый некогда кредит, который работает на там, 3, 4, 5, 10 бандитов, которых мы никогда не видели. Я думаю, к этому шло. Вот. И у меня достаточно... Давно вот это ощущение возникло, что надо как-то избавляться. И Владимир мне сказал, тебе поосторожнее надо, что бывают случаи, что людей просто устраняют, мешают зарабатывать деньги. Вот и тогда в какой-то момент у меня была возможность поговорить даже с Наиной Иосифовной Ельциной. Также я побывал тогда и у самых серьезных людей, которые возглавляли организации, которые должны все-таки еще в любой ситуации, но отстаивать какие-то интересы. Я коротко поговорил с министром внутренних дел Куликовым. Вот. Я думаю, кому-то из них, в конце концов, поручили разобраться. Вот я думаю, они один-два раза предупредили, там, может быть, кого-то, что это плохо кончится. Да. Я сейчас еще не думаю вот о том сразу, кто меня заменит в Кировском театре, в Мариинском театре. Но я бы хотел, чтобы меня, когда надо будет, заменил очень крупный, очень одаренный, масштабный и дирижер, и личность, и музыкант, и, если хотите, менеджер, трудоголик, и с определенными чертами глобального лидера. Потому что то, что делает и оркестр Мариинского театра, и оперные, и балетные труппы Мариинского театра. Установка культурных мостов, которые потом превращаются и в политические мосты, и в человеческие мосты. Да, никто не позвонит мне и не скажет: Лепса, спасибо, что воспитал нетребку. Она каждый год открывает сезон «Метрополитен». Я сам открывал пару раз. И это главная акция, события года. Да. Вот. И Дима Хворостовский ко мне мальчишкой пришел, я его вызвал тогда. И в Америке никому в голову не придет написать в той же «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост». Да, смотрите, на последние 25 лет ростер певцов. Да, там 20 имен из Мариинского театра, только на главные роли. Да? Вот. Но и не нужно. Здесь речь о том, ах, как забывают. Потому что я сам ищу певцов, если я нахожу их где-нибудь, например, в Барнауле, как Галузина, он приезжает молодой, еще не оформленный голос. Дарование очевидно сразу. Блеск и огонь в глазах. Потом начинается процесс уже воспитания. Причем я сам продолжаю себя воспитывать. И меня воспитывают композиторы, те произведения, которые я ставлю. Новое произведение еще повоспитывался. В человечестве написано огромное количество прекрасной музыки. Самой разной. И я не буду кривить душой, мое самое большое желание сыграть побольше хорошей музыки. Наш диалог с Валерием Гергиевым подошел к концу. Мы много говорили с ним о его осетинских корнях, о проведенном на Кавказе детстве, о его маме и отце, героя Великой Отечественной, о Бесале Заурбековиче. А сейчас на сцену выйдет сын Валерия, 17-летний Абисал, названный так, конечно же, в честь деда.
Дети часто не хотят или не могут идти по стопам отцов. Но Абиссал стал музыкантом. Он пианист. Учится в Петербурге, как и его отец. На сцену Абиссал стал выходить не так давно. И вот сейчас в родном для клана Гергиевых Владикавказе он в рамках ежегодного престижного пасхального фестиваля солирует в сопровождении оркестра Мариинского театра в нечасто звучащем фортепианном концерте Скрябина. Может быть, это мне и чудится, но в молодом Абиссале можно увидеть черты юного Валерия Гергиева, его ныне 65-летнего отца. Собранность, серьезность, уверенность, но и его застенчивость и опасение слишком уж раскрыться, показаться смешным или неловким. Семейная сага Гергиевых продолжается, и, наблюдая за ней, вновь вспоминаешь, что все мы родом из детства. Да, прав был Сент-Экзюпери. И счастливы те, кто и в зрелом возрасте может черпать в нем творческую силу и жизненную мудрость.